двум потрясающим артистам, которые вчера блеснули на сцене театра на Таганке. Один за другим был такой вечер «Славянский венец», когда были представлены лучшие представители актерской школы России и Сербии. В Сербии много потрясающих актрис, актеров, замечательных. У них особая школа сербская, изумительная школа, правдивая, легкая, остроумная, ироничная. И вот эту школу мы увидели вчера во всей красе. И мы с огромной радостью мы вручаем этот золотой диплом Сузани Петричевич, Сербия, за спектакль «Последний шанс». Poštovani auditorijumu, pre svega poštovani, cijenjeni i nada sve dragi organizatori festivala Zlatni Vitez i osnivači pre svega i moje dragi kolege i prijatelji. Moram da priznam da sam toliko srećna i veoma, veoma uzbuđena. Tako da. Должна признать, что я очень счастлива. Jeste. Prvi put u Moskvi i prvi put na ovom festivalu koji je čuven. Jeste. Vrsni beogradski i srpski glumci su imali čast da dobiju ovu nagradu. Известнейшие сербские актеры, режиссеры имели честь получать эти награды от Золотого Витеза. Tako da sam srećna što se i ja sada, što sad ulazim, uvrštavam se, što ću se ja uvrstiti među njih. I ja budem s njima. Я потрясающих сербских актеров, которых мы уже отметили. Легенды сербского театра. Господине Буре, велика ми је част да из ваших руку примам ову диплому, ову награду, као глумца, са каквих би могла само да сањам да једном будем на сцени, а ево, тај сан се сад остварује, ем сам са вама, ем добијам награду од вас. Хвала вам. Хочу вам много посвященную великому моему чату. Через один час эта новость о том, что сербская актриса удостоена награды, будет транслироваться по всем каналам Сербии. И это будет праздник для Сербии, поверьте мне, потому что она очень любит «Золотую Витязь». И из 100 вопросов при поступлении к творчеству